думать. Как обычно, через жопу все у меня происходит. Рыбак галимый. What's good, Дама? ISO to the ND, yeah. Опа. Подлещик сидит уже какой. Хороший подлещик сидит. Время 6 утра. Я подготовился со вчера. Все в машину кинул. Червей накопал таких красивых, очень красивых червей. Когда я копал червей, я понимал, что такой красивый червь, на такого красивого червя, как говорится, должна быть хорошая поклевочка. Так, эти штучки. Блять, ну мать! Как обычно, через жопу все у меня происходит. Не хватает кое-чего. Должны быть спецэффекты. Но вот где они? Какого хрена? Неужели внутри нету? Ну вот эти штучки, вот эти вот хрени. Их нету почему-то. Ну что ж такое? Как можно быть таким мудаком? И где это искать? Я даже не знаю, где искать. Потому что я помню, что я в лодку это закидывал. Рыбак галимый. Ну что ж, смотрите, я так вам скажу, что произошло некое стечение обстоятельств. Что поделать, все это уже произошло. Я расстраивался буквально 30 секунд, я больше не буду расстраиваться. Все, собираем обратно, все, видите, как хорошо. Зато уже не нужно будет эту лодку вытаскивать. Ха, уже все вытащено. Просто мы сейчас ее так вот положим на машину, блядь, испачкаем все это. Еще ударимся башкой от камеры. Ну, все, видите, как. Видите, какие мы молодцы. Сейчас поедем обратно. Искать эту мандолу. Еще один рыбак появился на свете. Его зовут Евгений. Вот он, да, вот этот рыбак. Рыбак долбоеб. Можете посмотреть на него. Это я. Это я, человек со встроенной в голове камерой. Слава богу, ехать 2 километра. Ну, о чем это говорит? Уважаемые рыбаки, надо все проверять. Так, какие-то 5 минут, я уже приехал домой. Все спят. Собаку не взял с собой. Своего верного Зохана, рыбака тоже. Потому что лодка резиновая, старая. Не дай боже, поцарапает, блядь. Ко дну пойдем. Нам это надо, блядь. Продвигаемся мелкими шажочками вперед. Это был единственный квест, который нас ждет на этой рыбалке. Больше квестов у нас не будет. Ха! Какая-то движуха. Ну что ж, заводим моторочку. Дубль 2. Ой, как хорошо, смотрите. У меня уже и лодка из сумки вытащена. Просто благодать какая-то. Ой, хорошо-то как. Для того, чтобы ее накачать сейчас, мне потребуется минут 15. Я вчера катался на лесопеде. И ноги у меня, я думаю, будут работать сейчас хорошо. О, вот это я понимаю. Это я понимаю. И рыбалка уже рядом. Я так подумал, что мне нужен якорь. Это будет моим якорем. Как я мог так все запачкать? Здесь огромный пакет под рыбу, снасти. Удочка, зайчка моя, лампопуська. Спиннинг. Все у меня есть. Все будет использовано по полной программе. Это наши черви, это очки, если будет слепить солнце. Это будет мой завтрак и обед. И хеликоптер, обязательно хеликоптер, чтобы показать вам все красоты. Пошла. Как бы не грохнуться. Обал, смотрите, это по ходу дела плещется там так рыба. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здрасте. Ну как водиться?
нога свеженькая. Свеженькая? Очень теплая. Что, здесь рыба есть? Сейчас узнаем. Черви. Фу, слава богу, черви взял. What's good, Dama? ISO to the Indies, yeah. Open up the door, watch all the G's forward. Smoke clouds follow while we hit another quarter. 50s in a carry-on, feel like a transporter. It's a privilege to know me, that's 100 on my broski. 1-2 punch, damn this thing hitting fully. Fresh pot of gumbo and we back up on our bully. Beat by Dama, shout out to the boy Cushy. Now I'm everything I could be, shades on with a hoodie. Ох, я вижу очень много мальков. Прям целый килограмм, и все они пасутся здесь. Это Синявинское озеро. Эти места, они такие, наверное, трагические. Во время Второй мировой войны, когда была блокада Ленинграда, здесь происходило много боевых действий. И именно здесь, возле этого озера, очень много погибло советских солдат. Кировское направление, Кировск, Шлиссельбург. Здесь было очень много всегда военных квестов. И это одно из тех мест, где эти квесты проходили, воевали здесь, как говорится, конкретно, воевали и умирали. Все это было здесь. И я понимаю, что я почти на середине озера, и я вижу дно. Помимо того, что я вижу рыбу, я еще и вижу дно. Давайте здесь потусим. Это под рыбу. По идее же, все должно вот это вот работать, правильно? Это же сейчас я наберу сюда воды. И если я наберу воды, то эта банка должна утонуть, правильно? Она утонет, и она будет являться нашим якорем. Классно я придумал. Я очень умный человек. У меня около 4 образований. Школьных, средних, незаконченных. Поэтому, поэтому как бы соображаю маленько. Ну что? Ну-ка давай, Таня. Ладно, хрен с ним, хоть какое-то отягощение. Все, я не буду запариваться по этому поводу. Спиннингом я попользуюсь попозже. Я вообще не люблю спиннинг в связи с тем, что я никогда на него не ловил ничего. Поэтому пошел он в жопу, этот спиннинг. Давайте я покажу, как профессионально насаживать нужно червей. Вы берете червяка и берете и насаживаете его. Вот так вот дед научил меня насаживать. Хорошо, что он сейчас не видит, как я все это делаю. Так бы подумал, господи, Евгений. Что ж ты за такой рыбак? Ой, ребята, как вы не представляете, как хочется, чтобы сейчас начало клевать. И чтобы клевало постоянно, и ты так только сидишь и только тянешь, только и выдергиваешь одну рыбешку за другой. Лодку сносит, конечно, это все. Все безобразие. Конечно, ёбань пока происходит, а не рыбалка, то, что вот меня сносит. Ну, вот, посмотрите, это вот рыбак Евгений. Давайте знакомиться. Давайте утопим удочку еще, Евгений. Вот мы делаем побольше глубину. Зацепляемся, конечно же, как без зацепа, вот чтобы не зацепиться за кофту. Это обязательно надо сделать. Нет, это большая глубина, это никуда не годится. Оп, смотрите, как я делаю. Профессиональным образом я заматываю вот эту штучку, и все. Куда? Куда мы денемся? Никуда. Мы здесь останемся на пожизненно. Посмотрите, как выглядит рыбак. Здравствуйте, рыбак Евгений вас еще раз приветствует. Рыбалка только началась, уже садится аккумулятор. Поэтому сейчас я поменяю аком и буду закидывать удочку, и будем уже рыбачить этот трёп. Пора заканчивать, пора ловить рыбу очень большую, серьезную, и чтобы сегодня жареха была конкретная, прям жареха. Поехали. Итак, мы наблюдаем за поплавочком, который у нас опрокинут сейчас в этот прорубь, и будем ждать, когда начнется поклев. Тусуюсь я здесь уже 5 минут.
клёво, нету ни хрена, и я хочу поменять локацию. Совет рыбака: если нету поклёва в течение 5 минут, ребята, не делать. Нечего тут делать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот наш якорь, видите? Придумал херню тут. Пока мы плыли, у нас тут случился конфуз с якорем, с нашим, с этим беспонтовой, вот этой фигней, которую я вот придумал, все благодаря своим 8 неполно высшим образованием. Мы гребем дальше. Вот, мне кажется, рыба, она там. Вот в этой гуще событий, в этой вот зеленушке, вонючке. Они там живут все вместе с семьями. И дети, и там, и жены, и все родственники живут здесь. Где им еще жить? Где? Не в открытом же этом пространстве. Не, чтобы были вон цветочки желтенькие, зелененькие всякие были штучки-дрючки. Вон они там все сейчас пасутся, и мы будем ее ловить. Вот такое вот заматывание делаем. И все. Все, видите, как я здорово все придумал. И мы отсюда никуда не денемся. Оп, давайте закинем удочку. Ну что ж, давайте ждать поклева. Ой, будем сейчас сидеть вот это вот и ждать поклева будем. Так, что у нас с глубиной? Нормальная глубина, не будем выламываться. Сижу я уже 3 минуты, никакого поклёва нету. Решил я покидать spinning way. Давайте-ка это будем сейчас как. И потихонечку сейчас вот. Ла-ла-ла, 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 ла. Да, здесь, конечно, такое дно, что, да уж, это вот с таким вот поклёвом, мне кажется, далеко не уйдем. И, ох, как далеко я умею кидать спиннинг, просто гениально. О, опа. Подлещик сидит уже какой, хороший подлещик сидит. Да. Ну, вот. Ой, простите, пожалуйста. Вот я уже и накидался. 2 раза кинуть спиннинг мне хватило, чтобы понять, что пока делать я этого не хочу. Ну, ёк-макарёк. Это что, ну, что происходит постоянно? Иди сюда, скотина. Так, что вот это вот? С поплавком. Вот, надо будет сейчас вопрос этот решать. Это все очень, это профессиональная рыбалка, что вы хотели? Тут может быть все что угодно. Смотрите. Ну, глубину поменьше сделать. Сейчас поклев такой пойдет прям. Хороший поклев прям. Ух. Да. Не идет поклев хороший. Надо, короче, отсюда сваливать, блин. Клюй, скотина, давай. Хоть разочек, хоть чпокнись, хоть разочек вниз. Опрокинься, хоть маненечко. Это, сука. Если не клюет в течение 72 секунд, нехрен здесь делать. Это я вам говорю как рыбак профессиональный. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Не знаю, видно вам или нет дно. Слушайте, а я прямо сейчас скину здесь spinning away. И зацеп уже. Ой, рыбак, это что же за водяного ты такого, блядь, поймал, а? И опять я чувствую, что все это просто по дну. Какая щука, скажите мне, ну какая щука здесь может быть? Вот она, щука, блядь. Не знаю, спиннинг, я вам признаюсь честно, спиннинг кидать здесь, у меня нету никакого желания. Кладу его сюда и нахрен мне он не нужен. Да, поплыли туда, там мы ни разу в жизни не были. Туда и поплывем.
пришвартуемся, вот якорь наш, который... Совесть есть у меня. Взял и бутылку пластмассовую в этом озере утопил, блин. Никакого, никакого эко, ничего вот этого вот. Безрассудство какое-то. Испоганил этот волшебное озеро пластмассовой огромной бутылкой. Опять конфуз какой-то случился, серьезно. Сейчас, подождите. Натянем эту донку, блин. Опа, все. Слушайте, но вот мне кажется, сейчас поклев пойдет. Сейчас пойдет поклев, что надо. Посмотрите, конечно. Она здесь вся живет, эта рыба. Я вижу ее. Я вижу ее. Далеко ходить не надо, смотрите. Смотрите, сейчас мы будем ловить просто прямой эфир. У каждой рыбы есть взрослые, большие родители. Сейчас эти мелкие скажут родителям, что тут плавает червяк. Родители приплывут, чтобы этого червяка похавать. И тут-то все и произойдет. Как я классно все это придумал. Гениально. Пока я занимался этой водяной рыбалкой, произошел зацеп, я что-то дергал, вытаскиваю, так, ну просто жопа какая-то. Просто хочется взять все, разорвать нахрен. Но если я все это разорву, то потом надо будет все обратно прицеплять, а это уже новый геморрой. Но, я скажу вам, было хуже в 10 раз. И наша рыбалка продолжается. Хорошо. Обратите внимание, как красиво мы его засадили. А червяка-то насадить-то я всегда сумею. И чтобы клевало так, чтобы так никогда в жизни не клевало, как сейчас клевало. Все. Вот так вот мы тебя посадили. Так, ну что тут у нас? Опять какой-то квест. Так, ну как вот так вот могло замотаться? Ну, ребята, ну... Еще раз здравствуйте, меня зовут Евгений, я рыбак. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Поклева нету, ни хрена вообще ничего. Купаться в этом болоте я не хочу. Здесь, мне кажется, по пояс потом ил, и тебя засосет, и ты это самое здесь. Окочуришься сразу же при первом попавшемся шухере. Сворачиваю я удочки, в общем. Оп-оп-оп-оп. Хорошо, хорошая зона для парковки. Оп, манатки собираем. И ча-ча. Раз, два, три. 9:15 утра. Рыбалочка подошла к концу. Поклёва не было поклёва. Червь остался, потрачено 2 червя. Рыба есть, малек-то есть. Малек. Все есть, как говорится. Но рыбы нету. До свидания, озеро. Больше я нахрен сюда не приеду. Сейчас надо собирать манатки, вот это все. Лодку сдувать, тащить к машине. Опять называется концепция. Дело было не в бобине. Давай ставим. Не понял, а что это мы уже? Нацелились на наши весла? А вы червяков едите? Хотите, я вам червяков дам пожрать? Давай, цепляй. Молодец. Слушай, иди, червяков. Вот еще червяков. Вот, давайте, ребята. Не стесняемся. Давайте, дурачки. Единственная радость сегодня, это вот то, что я на вас поглазел. И вы такие красивые, ребята. Все, я пошел, я погнал. Раз,
Так, а ну-ка, давай-ка сначала вот это отлепим. О, хорошо. Это уже хороший знак. И раз, и два. Фух. Это не потерять. Ой, молодец какая. Ой, хорошо ты как. Ой. Фух, миссия выполнена. Я самый счастливый человек. А где ключи от машины? Начинается продолжение банкета. Где ключи от машины, блядь? Где они могут быть? Блядь, почему они валяются здесь? Очень непонятно. Всем спасибо всем зрителям, всем тем, кто смотрел это видео. Всем спасибо, всем до свидания. Это был с вами я, профессиональный рыбак Евгений, и мы без улова, без всего, нахрен сюда никогда не приезжайте ловить рыбу. Это Келколово, 3, Синявинское озеро, ил, мелкие рыбы. Там есть сейчас, плавает этот, пластмассовая 5-литровая, 10-литровая канистра. Озеро, до свидания, я погнал.